Добрый день, дорогие подписчики. Ну, как и обещала, показать вам еще одну посылку, значит, в которой находится в большинстве случаев чайные гибридные розы и голдинги. Значит, сейчас вот мы рассмотрим с вами. Это у нас королуна. Я буду вот так ложить их. Посмотрите, какая корневая система. Сейчас я их буду уже замачивать. Это у нас букет парфе. Это у нас Ред Леонардо да Винчи. Посмотрите, какие мощные саженцы. Какие, чтобы было ближе видно. Значит, далее у нас это Амаша Барбара. Это, скорее всего, у нас просто Леонардо да Винчи. Он будет идти такой градацией цвета. Высаживается. Да, Ред Леонардо. Тоже саженцы. Посмотрите, очень мощные. Я их буду сейчас, когда раскрывать, покажу более подробно. Далее. Это у нас да, тоже Леонардо. Так как я говорила, сейчас покажу вам на территории, как они будут. Это у нас Дарси Басо. Очень красивые розы. Вот так он в конце, как они выглядят, да, вам фотографии ставлю, чтобы в интернете не искать, а понравится розы, вы уже можете подробно о ней посмотреть. Так, и вот эти саженцы. Принцесса Александра Уфкинская. Ну, саженцы очень хорошие. Я очень довольна. С удовольствием сажаешь такие розы. И последний зип у нас. Значит, мы уже... Это, наверное, аспирин. Да, это аспирин у нас, который будет высаживаться у ног штамбов, которые будут у нас находиться на газоне между катальпами. Ну и остаток сейчас. Вот тут почки у нас уже... Проснулись, но это не страшно. И последние саженцы у нас здесь, которые мы будем высаживать, это юбилей принца Монако. Тоже такая корневая система. Чуть-чуть здесь кора. Штампы я вам показала. Вот они у нас здесь. И, значит, сейчас покажу, где они у нас высаживаются. Ну вот, между катальпами. В первом видео я показывала, будут также круги, которые будут сажаться по штамбу. Они будут чередоваться Леонардо да Винчи и Ред Леонардо да Винчи. И потом один штамп у нас будет Ред и Леонардо совмещенный на штамбе. Значит, здесь уже вот вдоль этого забора по каждой ячейке были посажены плетистые розы. Как бы на заднем плане. И вот так вот в траншею мы высадим. Здесь, конечно, есть нюанс. Вот что такое, когда люди занимаются, так скажем, своим делом и делают его спустя рукава. Это озеленители, которые прокладывали трубы. Пусть им будет стыдно, если они вдруг увидят, как можно было посреди клумбы, которая по плану, провести трубы именно посерединке отведенного места под клумбу. Можно было бы это сделать вдоль забора. В итоге
Мы заставили их прокопать самих. Вот так вот они проходят. Да, сейчас нужно будет практически как по минному полю ходить и высаживать, потому что траншеи не глубокие, их нужно будет углублять и расширять. Вот. И вот так вот градации цвета у нас будут высажены саженцы. И еще здесь вот уже у нас высажены штамбы и розы на этом пятачке. Сейчас это будет покрываться еще корневым материалом, земля с понтоном, и высыпаться корой. Ну и еще одну посылочку, которая придет у нас завтра, я вам покажу там другие сорта. Так что спасибо за внимание, ставьте лайк. И всем всего хорошего, хороших выходных.